вечерний Санта-Крус де Тенерифе. Нет, даже это не Санта-Крус, это Лас-Кристианос. Это южная часть острова Тенерифе. Это вечер. Здесь вот проводятся фестивали хард-рока. Такой огромный рок-кафе там наверху, а вообще огромный зал, где проводятся фестивали. И вот ночная жизнь здесь бурлит. Ну, для тех, кто любит вот такие мероприятия, здесь просто, ну, как бы раздолье. Это Лос-Кристианос и Лос-Америкас. Два района фешенебельных таких, где отдыхает, ну, можно сказать, мировая элита. Вот, на самом деле, туристические автобусы приезжают и приходят, паромы привозят сюда, и на самолетах люди приезжают. В общем, жизнь бурлит.